На основании материалов средств массовой информации Гайской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения администрации Гайского городского округа и отдела ЖКХ и КС администрации Гайского городского округа законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, а также природоохранного законодательства с привлечением специалистов Роспотребнадзора. В ходе проведенной выездной проверки установлено, что на 14 местах размещения мусорных контейнеров имеются значительные нарушения действующего законодательства. По результатам проверки прокуратурой будет решен вопрос о необходимости применения мер прокурорского реагирования.